Простой рецепт скумбрии в духовке. Подробный рецепт внизу в описании под видео. Скумбрию разделываем на филе без косточек, вырезаем хребетик. Готовим соус. Растительное масло, соль, паприка, черный молотый перец и чеснок. Все размешали и равномерным слоем намазываем на филе. На пергамент выкладываем филе скумбрии, добавляем совсем немного масла растительного, соль и перец. Ставим в духовку на 15 минут 200 градусов. Поливаем соусом получившимся. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Пишите, что бы вы еще хотели увидеть на канале. Приятного аппетита!